И таки шалом вам на секундочку. Это не, это не мое, это все дочки. Там он, сидят. Это, ручка, проблема с ручкой. Ну, не с ручкой, а проблема с ручкой. Отоевалась. Ну, сам вот этот паз, он целый, все. Ну, отломалась сам механизм. Заказал в Америке. Это где у нас? Это у нас Лас-Вегас. С Лас-Вегаса пришло. Пришли ручечки. Ну, Made in Taiwan. В общем, коробочка, ручечки, симпатулечки. Так, это левая, это правая, да? Да, правая, на них написано там внутри, где-то вот там должно быть написано. Вот этот сам крючочек сломался. Ведь на работе можно было бы наварить, но ой, это силумин, он долго работать не будет, и оно отвалится. В скором времени отвалилось, смысла нету варить, поэтому заказал. Это у нас как... По названию поняли, Kia Carnival, это 11-й год. Ну, должны вроде бы подойти. Да, внутри беленькая вот это пластик. Ну, как в принципе, ой, простите за ветер. Как в принципе, тут он тоже беленький, только вытерся. Ой, это закрасили его. Тут мы поставим, красить будем, не будем, не знаю. Ладно, разбираем. Разобрать дверь надо сначала, давайте сниму, а потом уже покажу визуально. Там надо поддеть этот кольцо стопорное, не штопорное, стопорное, и снять ручку. И дальнейшие действия снимаем этот пластик, который черненький, и потом этот весь основной. У нас тут болтик, шурупчик такой. Тут шуруп, который держит сам пластик этот. И внизу, где-то здесь один, и с того края еще один. Поэтому нужно чуть-чуть поморочиться, чтобы это все снять. Приступаем, разбираем. Сам механизм тут простой, но сложно снимается. Если кому-то делать, то это как... Осторожно, надо, чтобы пластик не поцарапать. Для себя я чуть-чуть как делал, не заморачивался, но пластик не поцарапался. Ручка вот тут эта вот, надо опустить вниз, чтобы там она внутри раскрылась. И тогда снимается вот он пазик этот, куда защелкивается вот этот стопорные усики. Все, сейчас достаем все эти элементы, открываем тоже. Тут, если для кого-то делать, то нужно открыть, чтобы не ковырять чем-то острым. Пластиковыми можно достать. Не хочу лезть, доставать пластиковые открывашки эти. Я так себе открываю. Ну и особо не царапается. Ну, практически не царапается. Так, и еще пластик снимаем, сейчас откручиваем здесь. Один момент. Я первый раз, когда проверял там ручку, все, ну и эту защелку стопора не снимал. А тут момент такой, что надо ручку одеть, и чтобы она дверь пошла, вышла из зацепления, надо ручкой дернуть. И я раз не одел, вернее стопор не снял, ручку пытался чуть-чуть накинуть, чтобы шлицы зашли, и она заскочила, красиво туда зашла. И опять пришлось по новой все это дело снимать. А, забыл. Говорил. Сам забыл, что надо. Этот пластик тоже снять. Потому что у нас это держится. Вот он спрятан. Болтик, санрез, или как его обозвать, шурупчик.
Он у нас спрятан, и вот эта проблема. Можно обломить, когда снимать эту крышку. Вот он достается и легко снимается. Тоже вот этот момент, защелка, в каком положении она есть, которая закрывает вашу дверцу, чтобы защелка была на месте, когда будете ставить. Потому что прозеваете этот момент, опять придется снимать. Ну да, эта проблема не снять, проблема снять вот эту ручку. Ладно, откручиваем еще, откручиваем там тоже эту часть, откручиваем, там тоже есть под спрятан, и внизу два. А тут это девки уже приготовили. О, простите за ветер. Девки уже подготовят. Будет мясо у нас. Просто еще ветер так разгулялся. А, вообще тут тепло. Ташкент такой. Красота. Просто они меняли масло. Учились менять масло. И за то, что я их учил, они мяском решили побаловать. В общем, как-то так. А, будет за этот, как они меняли масло, будет на Катином канале ссылку. Если не забуду, оставлю в описании. Этот один болт у нас идет с обычной резьбой, другой в пластик вкручивается. Ну, снизу который. Срывается легко, но неудобно. Хотел сказать легко, но сложно, легко и сложно. Просто неудобно. Надо дверцу отодвигать. Это все теперь как бы приподнимать. Ее отодвинуть как можно больше дальше, чтобы можно было вот так вот все это дело снять. Все, сама дверца. Ой, как тут все запущено. В общем, это у нас снято. Там вовсю костерчик. Мяско жарится. Теперь вопрос в следующем. Надо добраться до тех болтов, которые держат именно на ручку. Чтобы туда добраться, нам надо сначала снять вот этот замок. Откручивается два, вроде бы три, и вот этот. И это у нас все подвигается. С того замка у нас это можно не снимать. Это вроде бы тоже не снимается. Ну, для удобства можно его подвинуть или снять все это дело, чтобы оно так сильно не напрягало. Снимается легко. Но тут чуть-чуть посложнее. Тут пластик этот тоже поаккуратней. Потому что тут вот механизм такой. Захватывает на тросике эту, как обозвать его, ладно, это двумя руками снять его, вывести из зацепления, чтобы не сломать пластик, чтобы оно функционировало, и откручиваем сам замок. Все это подвигается, дабы добраться можно было до ручки. Простите, надо сюда вам показать. Потому что на ручке один болтик, второй болтик. Ну и тут спрятан третий. Тут просто эту снимаем, и вот он, третий болтик. И все надо открутить. Ручка также идет. Что там? Там вроде тросик идет. Сейчас посмотрим. А, чуть не забыл, это ж... Еще это я заказал, ну получается, машина Карнивал, но это Седона еще ее называют, да, вот Киа Седона, тут 3,5 литра, 6, это V-образный шестицилиндровый. Ну, 11-й год. Они подходят. Так что, если будете заказывать, то можно Седоны... Ну, как можно. Сейчас давайте снимем и проверим. Потом уже будем говорить, можно или нельзя.
Ну что, можно смело заявить, что это оно. Даже все четенько. Чтобы ручку снять, нужно вот эти вот пипки чуть-чуть зажать вовнутрь. И тогда они выйдут из зацепления вот с этого отверстия. Эта планка, она удерживает ручку, чтобы она не вываливалась. И вот тут вот, видите, это бабушечка с тросиком. Это все одевается вот сюда. Что, сейчас прикинем и пойдем кушать мясо. Там уже приготовили. Тут уже стоят, подгоняют. Главное это, я добился, что с Седоны 3,5 литра движок. Ну, 11-й вот подходит. Все, сейчас прокидываем, проверяем. Вон она. Все туда красиво заходит, красиво становится. Еще чуть-чуть туда надо заправить. А ее, видимо, когда вы сорвали, ее еще ударили. Вот этот момент. Да ладно, сейчас это, сейчас прикину на место. Вот она станет. Может, может это, может и не надо. Или под огнем. Посмотрим. Главное, что подходит. Все. Теперь можно идти перекусить спокойно. Пока перерыв. Ну его, эту ручку. А, мяско было классным. Прямо это. Аж красота ляпота. Сейчас ручку собираем. А где я ее дел? А, тут я заправлял это. Подкладочка, которая, все пины тут, которые торчат, на нее наделась. Должна сейчас встать на свое место. Ладно, одеваю. И пытаемся зацепить вот этот тросик сначала. Тут разговаривал, кнопку не ту нажал, короче. Хорошо, что увидел. Файл поврежден. Написал. Все, механизм у нас работает. Это уже большой плюс. Минус того, что вот этот вот момент, когда ручку отрывали там или что, она ударила, согнула само полотно. И она как бы чуть-чуть подтачивает. Ну то все мелочи жизни. Самое главное, что работает. И это есть хорошо. Сейчас закидываем замок. Одеваем все это дело на место. Катаемся и радуемся. Проблема одна была в том, что чуть-чуть смещение идет по болтам. Ну, по гайкам, которые вот эти вот. Совсем там мизер. То есть ее надо сдвинуть. Тут люфт есть возможность подвигать. Тут нету. Наживляем. Там наживляем. Середину закручиваем. И все. И радуемся, катаемся. Ура, товарищи. Всем на этом всем большое спасибо, что смотрели. Кому это помогло, то очень рад, что нашли, как разобрать и где купить. А, ссылку оставлю в описании, только бы не забыть. Если вдруг забыл, напомните, пожалуйста. Пишите свои комментарии, и вам всего наилучшего. Самое главное, не болейте. До следующих видео. Такие красивые кадры были. Ну, солнышко уже спряталось. Ну и по скрипту. Вот этот момент я вам говорил. Когда вы закрыли накладку, просто проверьте, закрывается или нет. Если идет наполовину, то значит что-то где-то не попали. Можно еще проверить, все ли в порядке. Так, пластик закрыли. Видите, дверь не открывается, у нас тут закрыта защелка. Защелку открыли. Все, дверь открывается. Все замечательно. Можно закручивать до конца. И одевать уже ручку. А, уже сейчас не надо, у нас же работает этот механизм. Что не работает? Что случилось? Где-то что-то не доходит. О, это я что-то сделал, что он... А, замок этот тронул. И все заклинило. Ну, и в чем дело?
Все же было так хорошо. Все начиналось, заканчивалось отлично. Дима еще что-нибудь достает, что не выходит. Хоть это хоть не собрал полностью. А, сам шарик выскочил. Шарик выскочил вот этот. Давайте я вам так покажу. Вот он. Видите? Вот этот шарик. Шарик с пластиком. У нас выскочил. Вот это вот надо, чтобы оно хорошо туда зашло. Защелкнулось. О! Все. Если он не защелкнулся, а так приложили его, то он работать не будет. Теперь он должен работать без всяких проблем. Ладно, накидываем, еще раз проверяем. Такой затянувшийся по скрипту у нас получился. Но зато если мы закроем, так не работает. Открываем защелочку. Открывается. Все. То я просто до конца этот пластик не защелкнул. В общем, как-то так. Все замечательно. Можно дозакрывать. Но это уже будет неинтересно. Вам всего наилучшего. Не болейте. Небо вообще красивое такое. Пепельное. Камера не передаст это. Там Викторовна шарится. Ну и что? Последний штрих. Все на месте. Стопорное. Это полуколесо на месте. Все у нас защелкнулось. А, и еще один штришок. Это... Этот пластик. Не получается так его снять. У нас есть клипсы с диралочки разных форматов. Так будет проще одеваться. Все. Теперь точно все. Красота. А, не все, еще два шурупа остались. Ну, это точно, на этом точно все снизу. Два шурупчика одеваем, закручиваем и катаемся. Всем до свидания. Ох ты, там этот, гроза только, чтобы молния была. В Израиле молния — это очень большая редкость. Потому что тут 8 месяцев, да? Нету дождя. 8-9 месяцев. Остальное так. Редко, но бывает зимой. Сейчас это все желтое. Но ближе к весне это все будет зеленым. Зацветет эта вся пустыня. Красота. Молнии только зимой. Ляпота, тишина, ветра уже нет.